Привет, Бисмарк. Вот, сегодня у нас начало Тацкий Механ уже был. Это его другая, более ранняя вариация от Мефинста. Механ на ПЗРК. Это так. Ладно, ждем, пока разберутся здесь. Ну, здесь чувак с двумя играми, типа, в чем разница? Тут 47%, и чё? Ай, жди меня, жди. Напугал Бисмарк. Напугал. Побольше народу все равно остается. Быстрее соберем. А что сообщение-то потер, Бисмарк? Пускай будет. Пускай все видят. А, понял. Сегодня суббота, сегодня не до стримов. Сегодня, похоже, будем ты да я, да мы с тобой, Бисмарк. В субботу уже точно меньше людей приходит. Зато поиграть приходит больше. Уже 1000 человек в онлайне. Хорошее предчувствие на стрим. В плане игр у меня сегодня ни с чем не связанное. Но, как и обычно, все хорошие стримы, это окажется за рамкой истории, за гранью известности. Пойду по штурму у Чарли. Механ датский для этого вполне подходит. Ну,
Надо только не обосраться со стартовой разъездкой. Это очень важно. Нет, всей колонной поеду с одной стороны. По самолетам есть Дракидвонс, то есть я смогу забирать город. И по самолетам есть арта за 50 копеек. В общем, город я забрать могу вполне реально. Даже на такой деке. Подсветку, чтобы видеть, куда еду, и погнали. Да, самая большая проблема — не слить автоматики об один антирадарник. Но без них тоже нельзя. Мне ДПС нужен, а не только ПВО. По ДПС в основном пулеметы, даже автопушек очень мало. И без автоматиков ну вообще никак. Пытаюсь сообразить, что прям первым заказом покупать. Чё-то ничего в голову не идет. Мясо, ДПС, бомбардировщик, понятно, а потом что? Миномет, а зачем мне миномет? Пошла сразу же арта. Опа, есть точка. Если кто-то захочет отстреляться. Да. Пожалуй, если я позволю одну стволку, а прежде чем покупать бомбардировщик, я этой стволкой буду работать по городу по КД. Бестановочная. Чел скорпионы взял. Да взял и взял. Вообще насрать. У меня своя зона, своя дека, своя задача. Я Мижган. Или косплей Мижган. Жалкое подобие Мижгана. Страшно не то, что он купил Лайт Скорпионы. Страшно то, что он вертолеты не поддержал ПЗРК. Вот она где проблема. А Скорпионы против города, они будут работать. Здесь проблемы нету. Нет, у нас чела ВФК нету. Все здесь воюют.
Ну КШМ... Я вижу, что КШМ стоит, но... Это нормально, ничего страшного в этом нету. Просто забыл. Не просто разбежаться. Места очень мало. Теперь фокус фаер на город и полетели бомбить. Тут, понятное дело, никто не поддерживает по флангу. Что и следовало ожидать. Эту позицию никто не занял, хотя чел ставил марки, что он пойдет на центр. Как обычно, наебал. Все, пошли автоматики. Дальше, еще под спама. Пока один опятый есть. В общем, он есть. Охереть, откуда прострел аж идет. Хорошо, минус один. На миду чувака нету. Да, вот он взял как раз Light Scorpion и не поехал на город. Это минус мы. Эту позицию он даже не попытался каким-то образом под контроль взять. Ну, собственно, и все. Да. Пошли заберем в таком случае КШМ-ку. И на этом хватит. Если парни не играют, то я ничего сделать здесь не смогу. Вот он спокойно выезжает на прострел с тыла. И никто не пытается его никак ему помешать. Да-да-да-да-да, про что я и говорю. Один приехал, второй приехал. Сейчас они будут запушивать с двух сторон меня. Пока чел на фокстроте стоит, чилит. Еще немного мяса. На этот раз уже на свой город. Тут проблема пока не возникнет. Подкрепление уже есть. Но... Отсутствие игрока на миду это никак не отменяет. Так, дальше. Тут все нормально.
Там человек вызвался полноценно на Чарли, я у него много поинтов отъел. Проблема, что у нас здесь два бездарных лоха. Один не купил армию, второй не купил ничего, кроме вертолетов, и все потерял. И, ну да, да. Город мы не отберем в жизни. На Фокстроте чувак тоже не пытается его штурмовать. Я подожду немного, посижу, если опять будет вот такая херня. Если не опять, а будет продолжаться такая импотенция, то я лучше ливну, чем сидеть час. Режим на 60 минут. И, ну, 60 минут сидеть тупить, у меня столько времени просто нету. Если парни не собираются атаковать, я пойду искать следующую карту. Поехали, еще одна кэшемка. А, отставить. Вот она, едет еще одна кэшемка. Значит, теперь, укрепляясь через воздух, по земле я уже не горю желанием воевать. Абсолютно. То есть, опять же, датский механ — это ровно одно. Это спам. А у меня нет уверенности, что мой спам будет поддержан. Вот и все. Плюс 2 в наличии. Сейчас плюс 3, может быть, получится даже организовать. Хорошо. Второй человек начинает вызываться в город. Вот это прямо хорошо. Еще истребитель. Не могут ни в какую пробить они этот БТРТ сратый. Все нормально, немного устаканилась ситуация. Ну и сидим, ждем. У чуваков 7 минометов, у них много очень денег, но они не хотят воевать. Так, ладно, пока я здесь, пока я не ливнул, работаем на Фокстрот. Укрепляем преимущество. Невыгодный размен, ПВО, понятное дело, нету. Ну ладно, одна ПДшка минусом.
Дальше хавки. Три, естественно. Меньше трех смысла нет брать. Ну и спам. Все, устаканилась ситуация. Никак Медучел не пытался забрать Фокстрот, и сейчас тоже не пытается. Хорошо. Притащу ему спама на случай, если вдруг что. Вдруг он все-таки ждет меня просто, а не тупит. Да, по-моему, просто тупит. Очень много фузелеров против Лушандуев, против Чонмахо 5. Это, конечно, не сработает. Два человека на Индии не нужно. Один может обороняться, второй переключаться на другое направление. Какое-нибудь. А, я же этот забыл. Пушку. Точно. Еще спама. Опять мимот спокойно выходит, то есть контроля на фокстроте вообще нету. Печально, печально. Еще спама. Опа, он уже в наглую идет на меня в атаку. Один упал. Светится КШМ-ка, я вижу. Ничего делать я не собираюсь. А, танки я потерял. Только отвлекся чуть-чуть. И танков нету. Плохо. Еще спама. Мимот делает, что хочет. Никто не пытается ему противостоять даже. А он остался один. Поедь, забери этот мимот, и мы забираем Фокстрот. Зачем ты стреляешь по мотострелкам? Мотострелки сами умрут. Убивай дорогие юниты. Чудовище. Хорошо, минус два самолета. Заходим на пробитый.
Хорошо, не заходим на пробитый. Угу, не успевает отстрелить вторую ракету. Понятно. Чувак опять дезертирует с поля боя. Тут мясо приехало, мудила, блядь, танки прячет. Пловые. Ладно, го следующую в таком случае. А, механикам можно долго играть, но я сейчас только зря бомбить буду. Приехала армия, чел убирает танки. Нахуй. Next. Привет, Николаевич. Так, значит, дальше. Тестим на бустарде совочек. Версия очередная, неучтенная. Звучит очень странно, очень страшно. Очень страшно звучит. Но выглядит это еще страшнее. Сейчас покажу. А, нет, это не та дека. Это обычный совок на БМДхах и БМП. Ураган. Связка Тор плюс Бирюса. Мимасная. Это там Мимас, это Шилка плюс Тор. Здесь Тор плюс Бирюса. Ну так, формально дека проходит, конечно, по качеству. Но по пехоте будет очень тяжело. Могу выбирать себе любую зону, в принципе. По вертухам. Вертовысадки у меня нету. Только если облететь, посмотреть, что там с другой стороны. Посмотрим распределение. Я давно уже не приезжал на Чарли на Елену Харитон. Можно приехать туда. Ну, допустим, ладно. Что я буду делать? Стандартное развертывание. Вот так вот. Классически сталкиваюсь на этой позиции с ситуацией, когда у нас приезжает толпа пехоты, но нет ДПСного прикрытия. А у врага приезжает два тяжелых танка. Два тяжелых танка надо контрить. Если никто не занимается, мы проигрываем. Тупо стандарт. Как выход из замкнутого круга. Соколам еще нужна какая-то прикрышка, Бисмарк. Ты отправляешь на убой 180 поинтов. 260. Семнашку надо обязательно какую-нибудь в деку впиливать. Допустим, на СПГ-9 или на подохраниарца. Танковать перед соколами. У кого что? У меня ночью собака 4 родила. ПЦ. Поздравляю со щенками, потом раздадите. Чё за собака-то, хоть какая порода?
Первый это Камс пошел. Второй это Камс палить пошел. Минус пехота. Практически вся. Ну давай, сражайся без прикрышки. О, Ми-8 ТКТ пойдет. Только Ми-8 ТКТ должен первым быть. Нельзя останавливаться перед вертолетами. В этом случае ваши верты начинают тупить, нацеливаться, останавливаться и проигрывают битву. Хорошо, минус лонгбой, это прям очень классно. Да со старта, да минус лонгбоу. Просто кайф. Минус 1К1. БМД бы засейвить. Оп-оп-оп-оп-оп. Питошка минусом сейчас пойдет. Да, я спозиционировался лучше. Вот, а теперь нужны вертолеты. Вертолеты попадали. Подбомбим. Фланг надо обязательно защитить. Там еще один лонгбой приехал. Я не справляюсь с микроконтролем. Дымы еще мешают визуально смотреть. И прям по бисмарку. Молодец. Ужасный дым от акации. Просто чудовищный. Все закрывает. Нифига не видно. И здесь тоже бисмарк не приехал. Ой, блядь. Опять косяк. Там подкрепа есть. А с подкрепы нет. С другой стороны, поехал чувак забирать центр, поставил КШМ-ку, невики слились, это не может не радовать. Смотрим, что можно еще придумать. Дешевой пехоты нету, теки. Значит, надо уезжать. Молодец, Бисмарк. Молодец. Ждем результатов вот этой атаки. Если там все нормально, встаем в деф, переключаемся туда. Если там все ненормально, ну, вот, выходим. Торы погибают охуенно. Здесь сейчас раз бомба, два бомба. Чувака нету. Ему надо помогать, ему надо снимать танки. Тут дыра, вообще ничего не выставлено. И лонгбой может спокойно пролететь на Анну. Йоркширский терьер. Кошмар какой. 4 йоркширских терьера. Жесть. Ух. Я вот думаю, Бисмарк догадается притащить разведку или нет? Переключаюсь сюда, попытаюсь помочь тут. Естественно, Птур, блядь, наскрежете, то есть он не прибудет в битву просто никогда.
ПВО нету, это ГГ. Все. Не судьба. Бисмарк армию надо покупать со старта. Занимать точки, а не ебланить потом по полчаса, пытаясь выправить всратый фланг. Дипломатия канонерок. Опять эта карта. На этой карте уже было очень тяжело развертываться без колесных юнитов, без вертолетных юнитов, без всей херни. Хочется пробовать другую карту. Либо, допустим, шоссе в Сеул, либо кровавые горы. Здесь мест нету. Ну или хотя бы бой в грязи. На бой в грязи можно попытаться. Идея вытаскивать много БМПшек и БМДшек, она не нова. БМП-1 тоже с Птуром, между прочим. Но под это дело нужна позиция. И, кстати говоря, если удастся занять Дмитрий со старта, на развертывание ты все равно не возьмешь ни конкурс, ни иглу на колесах. А в дальнейшем уже будет не так фатально отсутствие колесного Птура. Хотя в любом случае, гусеничный Птур — это горе в деке. Не успевает занимать позицию, не успевает приезжать. Так, с Редеру я играть не буду. Он эту карту вообще не катает никак. Ищем другие возможности. Хорошо, я сам создаю тогда. Большие рисовые. Космодром. Стандарт. Спектр любит ходить на хотели, он там не очень хорошо катает. Мне надо опередить его. Поставить раньше маркер. Денис Доменос тоже старый игрок. Борозды не испортит. Да, я хост. Хотел написать, чтобы его кикнули. А нет, с Редеру я точно в команде играть не буду. Привет, Эйнштейн. Тоже давно тебя не было. Отметиться на Харитоне. Поеду именно туда. Опять нет, есть ураган. Все, тогда мне для счастья больше ничего не надо. Вот тут могут возникнуть проблемы из-за отсутствия колесного Птура. Мне нужно забрать дом. Дом я не забираю.
Плохо. Я не обратил внимания, что там за деки у чуваков. Меня тут давно перестало волновать. Зря, конечно. Так, 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 так. 5 поинтов не хватает. 5 поинтов. МПТ нету. Так в таком случае. Да, у Кации ужасные дымы, они огромные, неказистые. Вокруг них неудобно маневрировать. Кстати, Бирюса в 1-1 довольно интересный вариант. В 1-1 довольно интересный. По характеристикам она не намного хуже гепардов, а какие-то даже и превосходит модели. И стабилизатор есть. Но мы не в 1-1. В 1-1 она, кстати, получше шилки будет. По крайней мере, может справиться с вертолетом. Да. Нужно вижен иметь, чтобы уменьшился круг разлета. Вижен пропадает, круг разлета увеличивается сразу же. Пошли дапы. В принципе, это не проблема. А если у тебя еще и куча ЗТЗ-шек, так это победа. Ты можешь реализовать свои ЗТЗ-хи, тюайки. Они не останутся мертвым грузом. Прекрасное отражение атаки. Охереть. UI минус 360 поинтов со старта себя реально окупили. Уникальное явление. Это, я так понимаю, еще один дрон. Да. У нас, так понимаю, пах тигр. Довольно масштабная атака от Минаса. Ну а там у нас два вихра. Вижу Бисмарка. Бисмарк спектра выбит тут. Однозначно. У него механ, у спектра нет армии столько.
Фокус строго на Куимару, всем, что есть. Все остальное просто игнорим. Куимару картонные. Убить их не составит труда. Единственное, что меня здесь тоже хорошо пробивают. Отступают. Срочно ремонт. Куимару успели спрятаться. Хорошо, побеждаем спам. Так, это я вытащил. Дальше победить Хачику Юшики. И вытащить истребитель. Хачики прям очень серьезно доставляют проблем. Ну и натрисы тоже. А, это ниндзя. Это не то, что я подумал. Жду, когда появится Куимару. И у меня фланг дырявый. Спектр потратил 360 поинтов, сбил все дапы, но Леонид всрат. Плохо. Да. Косяк. Терпеть это не могу. Все равно попал. Заходят в тыл. Придется отступать, Тора спасать. Не успел чуть-чуть доставить себе снабжение. Не успел чуть-чуть с дымом. Ну и все, минус танк. Восполняю его сразу же УМ-кой. Да, прикрывать надо. Опа, Куимару. Поехали. Все, дымимся, уезжаем. Дымимся и уезжаем. Вторые вне позиции. Убегали от мардеров. И теперь у меня проблемы с этой стороны. Спектр всрал центр. Против механизации нельзя прилетать на 360 поинтов. Тивая в 90. Вообще никак нельзя. Да, у меня самостоятельно не хватит снабжения, чтобы все это отыграть. Туры бесполезны против Куимару, пока они в дыму. И Бэхи тоже бесполезны, как следствие. Значит, коплю еще на УМ-ку.
По крайней мере, у нас есть плюс 2. Бисмарк работает и на Елене, и одновременно помогает на Харитоне. Что, ну, очень классно для них. У нас Спектр въебал армию. И пока не работает нигде. Камброна тоже не участвует в сражении. Пока что. Мне еще надо потратить кучу денег, чтобы купить ПВО всей этой херни. Угадай, куда дыники и дым акация? Акация ужасно дымит. Просто отвратительно. Еще один. Срайн. Понятное дело, здесь на миду никого нету. Две ракеты упали по грузовика. Ну и чё, поживем немножко. Подефаемся и посмотрим, восстановится ли мид. У нас пачков больше. Ситуация пока приемлемая. Бэхи надо перезарядить. Опа. Чинится. Пошли реализовывать гусеницу. Опоздал. Ты угораешь. Куимару сколько скорость? 70. БУХа 65. Не догонит. УМка обгоняет. Пиздос, блядь. ГГ. Дальше не буду даже пытаться. Концептуальная проблема торов. Их тяжело подвести в упор. Вернее, их тяжело запозиционировать. Либо ты подводишь их близко. Либо ты подводишь их близко, чтобы они доставали по воздуху. И когда они у тебя под ударом. Либо ты их ставишь далеко. Тогда они не достают. Тут еще не получилось позиционированием слева. Безопасного участка не было. А чтобы обеспечить безопасный участок, нужен конкурс, который приедет... Вовремя. Который просто приедет. На скрежете он там нахер не нужен. Печалька. Печалька. Довольно тяжело переключиться на другой способ, на другой стиль игры. По воздуху есть сушки, есть Путин. Можно отыгрывать через воздух. Но отсутствует дешевая пехота. И либо ты покупаешь... Дорогие танки, либо ты покупаешь ультрадорогие БМП. Третьи. А когда идет речь о тонкой игре, как допустим сейчас, вытащите автопушку и ПТУР, и еще что-то. Нету юнитов, нет возможности играть гибко. Контролировать на полном серьезе позицию. Только пехи, только ПТУРы. А ПТУРы... не работают против дыма. И все эти БМП-3, они внезапно бесполезные. Куимару должны были сдыхать, но там падает плюшка дыма, и все. И ты ушел в минус.
Погнали следующую. Здесь нет. Следующая дека у нас. Следующая дека у нас опять Советский Союз. Но это вот тот самый Советский Союз, который максимально странный. Допустим, здесь. Это у нас будет. Вот такая дека на мотострелках на батаре 90. Быстрое развертывание. Танков нет. Самолетов нет. Прикол зарашить беттерами. Я понимаю, в этом прикол от Мисинста. Понятно. Что значит разворачиваться бортом под Thunderbolt? Я не вижу, откуда прилетят. Я не вижу воздуха. Они могут прилететь откуда угодно. Борт везде будет. У нас не закрыт центр. И мы в любое место, в любую проекцию можем получать, я могу получать любую проекцию, порт. Вы чё, парни, вы не следите за игрой или чё? У нас контроля неба нету. Любая сторона борт. Разворачиваться, блядь, под писраин, под тандыр. Вы ебанутые или чё? Мы в один монитор смотрим, вернее, в одно изображение. Так, я так понимаю, что это опять рофлокатка какая-то. Нет, все-таки парень взял нормальную деку. Ну, поехали. Посмотрим, на что же способна эта дека. В идеале, под эту деку надо атаковать Дмитрий. Никто не ожидает, что будет врыв на Дмитрий. На этом играть. Два игрока перетаскиваются на Дмитрий. Но вот беда. У нас... не команда. Так что половина эффективности на деке сразу же съедена. По факту чё. Можно было бы выставить на Иван деф. Затем им помогать на Фёдоре. Но все опирается в союзников. Будут ли союзники адекватными? Пойдет ли вперед игрок на Федоре? И когда ты не знаешь, что будут делать твои союзники, ты максимально зажат в своих возможностях. Поеду сюда. Буду как-то пытаться отыгрывать по фану, что ли. Ну и, конечно же, Бисмарк сидит, слушает и может перекрывать любые мои попытки облетов и объездов. Да прям да. Ставить. По-другому все сделаем. Вообще по-другому.
Да. Тяжело, сука. Переплата за БТР-90 и драгоценные 5 очков, которые превратились в 15 на 3 юнита, уже не позволяет мне взять ГРУшника. Обычные мотострелки бы сыграли здесь лучше. А тут пятерочка, там пятерочка, и в итоге мы более свободны в выборе развертывания. Это я оставлю. Заберу себе. Посмотрим, сможет ли механ взять центр советский. Вот. И сбить 104Г обязательно. Это не верта дека, это дека от Мифинста. Это дека. Найду сообщение. Не найду. У Вэшки 8 патронов, я могу не выключать. Вообще не проблема. А вот теперь мне надо глушить колонну. А колонну-то глушить и нечем. Ни антирадарника, ни еще какой-нибудь прикольной хуеты. Да, вот он механ. И нихуя ты здесь не сделаешь. Физически. Я еще, кстати говоря, фланг не зареконил. Не хватило денег. Пришла Модерна на помощь. Модерна, забей. Модерна хорошо помогает, очень сильно. Придется отойти. То как, а Модерна молодец. Модерна делает грязь. Оса за 30 имба, ясное дело. Угадай, куда он будет бомбить. В мотострелков или в ПТУР? Где заранее спозиционировать имбу ебаную?
Справа или слева? Никто не знает. Значит, горнострелки обычные теперь столкнутся с AMX-PRI. AMX-PRI обладает третьим лбом. А это значит, что 15-е бронепробитие абсолютно бесполезная хуйня против AMX-ов. Если б не Модерна, как бы же я здесь всрал бы. Это нас еще не облетели. Были времена, когда я еще была старая балайка, Серега орал на стримах. Привет, ArcDD. Эти времена давно ушли. Что это за юнит? Опять не хватает разведки. Это у нас этот леопард. Вот, теперь он с другой стороны бомбит меня. И осы должны переехать на другое направление, успеть. Вот за 30 имба. Мотострелки обладают отвратительным уроном. Я не могу своевременно перемалывать натросов, чтобы защищать город, зачищать город и проезжать дальше. Выйти уже не получается на окраину. Еще один. Приходится переплачивать за все, за каждый транспорт, за каждое КПВТ, за каждого мотострелка. И что? И что я здесь могу сделать? Сюда уже приехал ГРУ, панцир-гренадер, который охранял фланг. И все, вот я и прилип. Дальше я не могу пройти. Он вытаскивает больше мяса, либо и более эффективное мясо за те же деньги на втором мардере. Да, мне не хватает выживаемости моей армии, чтобы ждать, когда приедет ремонт, когда приедет подкрепление. И механизация меня выбивает очень просто. Так нефиг делать. Даже несмотря на какие-то там первые неудачи. Просто плевать. Я уже выстраиваю вторую линию обороны. У нас занят центр. Игра пока не завершилась. Но это пока. И гепарды. Они не только верты сбивают, но еще могут по земле бить.
Садись уже, господи, чудовище. Мотоциклу не хватает дальности. Парк надо убить обязательно. Даже ценой мотострелка. Дефаемся. По большому счету, игра была бросок кубика. Выпадет, пойдет на меня Бисмарк или не пойдет. Но поскольку он смотрит стрим, слушает его, он пойдет на меня гарантированно. А против механизатора я не могу не сделать просто физически ни хрена на этой деке. Его больше. Он бронированнее. Он сильнее. Вот и вся недолга. Ну и осы за 30, я уже в очередной раз говорю, что это имба абсолютная. Поконтрить их невозможно, особенно если они в твоей деке. Так, значит, здесь я вытащил еще одного грушника возьму. Вычмырить ПВО через антирадар не получится, антирадара в деке нету. Но, тем не менее, можно попытаться все-таки вычмырить гепарды каким-то макаром волшебным. Даже Капистарова нету. И бомбить истребителями, вертолетами. Да, наконец-то. Вот она, поехала эта херня. 60 поинтов, 4 отряда. У меня за 85 один отряд. При том, что мне обязательно надо покупать и ГРУшников, и верты. Альтернативы-то никакой нету. Все-таки БВ пару штук можно было взять. На какие, блядь, деньги я возьму тебе БВ? Я беру либо БВ, либо армию, либо вертолеты. Если я беру БВ, я проигрываю. Потому что там танки, там пехота. Он занимает гренадерами город и выбивает меня. Если я беру вертолеты, он притаскивает мардеры, притаскивает АМХ и все равно выбивает. Вот. И закрыть сейчас эту брешь мне просто физически нечем. Физически. Ни одного юнита в деке для этого нету. Стоило бы выйти, но там успех идет. Есть плюс 2. Будем стоять, будем обороняться до последнего. В анальном дефе. Я возьму еще осы. Осы имба. А, стоп. У меня старые осы не кончились. Тогда не возьму. Ста. Деку необходимо, я считаю, использовать максимально. Взял мотострелков на БТР-90. Возьми мсту. И буду мстой уничтожать резервистов. Тут еще нужно закрыть дырку. А закроем дырку мы ПТУРом, во-первых. А во-вторых, 80-кой. Там уже до Дмитрия дошли. Ну, прекрасно. Молодцы, парни. Так и надо их башить. Как раз таки помощью союзников просить нельзя.
Союзники должны зайти на Борис. Еще раз. Варгейм. Иван, зона незначительная. Ее терять можно. В пользу захвата Дмитрия и центра. Это я должен отступать, укрепляться на дальних рубежах и еще и им покупать КШМки. А не просить помощи. Пока Бисмарк весь здесь, он не помогает команде в другом месте. Чё за танк такой? Пока он не помогает команде в другом месте, команда сосет. Осада 30 имба. То, что Иван пропал, это потерялся, ну настолько неважно. Привет, Андрей Ляпин. Бисмарк один против пятерых. Если бы он играл против пятерых, он бы так далеко не зашел на Иване. Он бросил свою команду, начал играть против меня чисто. Оса имба за 30. Я уже подготовил здесь оборону. Лезь сюда, Бисмарк, не надо больше. Либо выходи, либо поддерживай союзников там. Чел, кажется, первый раз смог пройти дальше, чем центр. На радостях, даже не хочет кэшемку ставить. Печально, но ладно. Да, я же мсту хотел купить. У Бисмарка механ, он не может вертарашить. Ебать, как хороши осы. Ни в кого не попадают. Так, еще снабжение сюда. В атаку. Можно контратаковать сейчас уже будет. Притащить сюда еще, допустим, одного мотострелка. И проходить на Иваныча. Мста подъехала, начинаю разуплотнять. Нечем пока пушить. Опа, кто-то стоит. Снять.
По авиации просто чудовищная сборка. Ага. Хорошо. Кто-то из наших убивает CV-шки. Похоже, это вот этот чел. Among Q. Ну и типа, я хуй знает. А смысл играть? Они дальше не идут. CV-шки не реализовывают. И чё? И чё, в чём прикол? Ну идите туда, данные доходите. Если не даете так закончить игру. А время не бесконечное. Посмотрю, если ничего не получится, то я пойду следующую просто катать. Времени не так уж и много, а дек колоссальное количество. Вертолет эскорт у него есть. Вертолет эскорт, 4 штуки лычкованные, 7 нелычкованные. Еще куплю ОС, ОС и имба за 30. Наступление, естественно. И снабжение. Поперли эскорты. Чем я могу остановить? Осами за 30. Вот они, мои осы. И не так, а не хватает денег. Да? Ну, у этого чела есть лишние кэшемки, пускай выставляет, убивал мои. О, точно, у Бисмарка же поинты 3 игроков. Как я мог забыть-то об этом? Продвижения нету. Парни стоят, уже должны быть на Анне. Кэшем нету. Бисмарк получает шанс на отыгрыш. И я прям буду очень рад, если Бисмарк победит с такими парнями, как я. Выиграли игру, убили, выбомбили мне кэшем, не поставили на центр. Вперед тоже не пошли. Ну а теперь давай, Бисмарк. Вся надежда на тебя. Гоняются за УАЗиками. Да не-не-не, я уверен, у тебя есть бомбардировщик, ты справишься. Хотя, с другой стороны, хочется фрагов сделать. Давайте. Один эскортик подцепим. А теперь все. Плюс 4 за синих. Бисмарк молодец. Аплодирую стоя. Так и надо против таких челов играть. Личное окружение. Теперь мы можем атаковать в любом направлении. Да, теперь парни могут делать все, что захотят. Либо ты наступаешь, либо ты получаешь преимущество по КШМ. Чуваки выбивают CV-шки, чуваки не хотят выиграть по CV-шкам. И наступать они тоже не хотят. А значит, они должны проигрывать. Бисмарк. Красавчик. Изейшие 7К. Согласен. Изейшие 7К. Карта эта была, но я был на другой деке. На втуровой. Сейчас посмотрим, что удастся здесь сделать с масс-беттерами. Там два моториста. Двух мотористов будет тяжело перепихать. Попробуем. Бисмарк лютый. Ну да, Бисмарк лютый.
Потом на реплейке будет видно, что он не вытаскивал, не покупал армию, не тратил поинты минут 10. А затем разово скупил порты трех игроков. Да, я забыл посмотреть, чего сы нарезали. Все, Бисмарк, можешь выпить яду. Более славного дня у тебя никогда не будет в жизни, чем эта блистательная победа. Это в Греции такой обычай был, говорят по слухам. Если человек понимал, что он уже не станет могущественнее и знатнее и сильнее, чем есть сейчас, он якобы принимал яду. Чтобы уйти. Как красавчик. Как красавчик. Вау, а почему нет? Кстати, а вот эта дека может. А вот эта дека реально может. Приехать в город? Нет. Приехать в поле? Однозначно нет. А разбежаться по гигантской карте? Влево-вправо? Она может. Причем Мифинст хитрожопый такой. Собрал моториста. И не положил в моториста антирадара. А без антирадарника очень тяжко. И теперь во все дырки стрелков. Сюда-сюда. Так и говна, конечно, будет. Но тем не менее. Ставить две КШМ, одну возьму. Еще надо светить, будет обязательно перед колонной. Я надеюсь, чувак не будет пытаться с ними воевать. Ему надо встать на Григории в деф. И дефать Григорий. Бизо за 30 нельзя, я считаю, играть этой декой. Кстати, механ, кроме как город, никуда не можешь идти. Тоже верно. Поехали. Сейчас вроде бы зрителей нету в вражеской команде. Можно немного порассуждать. КШМки. Юнитов много. Забить каждую дырку этими юнитами. И ждать, пока их выбьют. А пока ждешь, есть возможность купить себе армию. Или КШМ, или авиацию. Что-то одно, понятно.
Тут масс верты. Да, этого я не просчитал. Масс верты просто переместились сюда и все. В любом случае идея с кэшемками отменяется. Необходимо снимать танки. Вы проходили вперед 34-е. Осы имба. Осы все убили. Пофиг, что за 30. Да, это сюда. Ну пойдет, пойдет. По-прежнему кэшемка нужна, у них плюс один, размещаем. Здесь теперь чувак справляется, пускай сам. Я могу поддержать Харитон, либо вызываться зона между Харитоном и Дмитрием. Пока очень много вертолетов, не понимаю, где мне лучше отыгрывать. Как вариант взять Вэшку. Вэшку и начинать счищать верты. Да, я так и сделаю. Я реально возьму вэшку и начну работать против вертолетов. Срубать эти кобры. Может, дапы пустые. Опа, воздух. Да, истребители нужны. Истребители. А по истребителям у меня Яки. Пойдет. Опять же, есть выбор. Купить кэшемку на двойку или на Елену. Или же истребитель. Пока истребитель. Фланг надо хотя бы зареконить. Ну и все, а там моторные деки, две штуки. КШМ, значит, они поставили. Я ставлю свою КШМ туда на двойку. У них моторные деки, им будет очень тяжело поле вышибать. Тут чувак, я надеюсь, поставит свою СВ-шку. Горнострелки не могут справиться с двумя пятипоинтерами. Это цирк, это комедия, это шоу Бенни Хилла. Нет, это горнострелки. Пошла мишка для подзарядки. С вертами надо определиться в какое-то другое место, там не пройти. Они все здесь, у них у всех куча кротолей, куча истребителей. Без шансов, в принципе, вообще никак. А вот, например, с другой стороны пробовать можно.
Пошли конкурсы. Че, конкурс хочется к Дмитрию подтащить, но он на вертолете. Значит, он не прилетит никак сюда. Он не, и забежать не сможет, его MX пересветит. И прилететь не сможет. Его кроталь собьет. Кроталь вот здесь, а MX вот здесь стоит. Проблема. Лютая проблема. Пошли развлекать. И коплю на истребители тогда. Вырубить хочу именно Елену Харитон. Не хочу лететь на йод. Но в перспективе прилечу, если будет дырка. Что общего у Стингера и у Варно? И то, и другое от Евгенов. Да. Бомбить тоником я, понятное дело, КШМ-ку не буду. Тоник с большой долей верности промажет. И не хватит ему урона. А с арто есть мста. Из арты, то есть. Молодец. Залил. Можно возвращать, заправлять, снова привозить. Отсутствует разведка. Хочу истребитель, но никак пока. А, да, это 25-ка же. Она ж никак не попадает. Очень много времени уходит, чтобы расправиться с двумя горнострелками оппонентов. И это хорошо. Мне дали 21 эскорт, я радовался жизни. Да, я забыл, что там юнити передаются. Я думаю, что ты там такое, типа, 4 эскортами сделаешь. А у тебя их полный вагон был. Ну и чё? И всё? Ждём? Чуваки в жизни не догадаются отбомбить КШМ-ку здесь, если её не высветят. Да, пошли вперед, 34-ки уже заняли позицию. Можно протаскивать и мои туры. И еще истребитель. Типичный бустарт. Минус 2 истребителя на ровном месте.
отвлекся, чтобы подконтролить Миши стой. Заходит с фланга очень небыстро. Я вот думаю, может попытаться Харитон отобрать. Чтобы отбрать Харитон, мне надо накопить хотя бы 4 мотострелка при поддержке одного конкурса, при поддержке пары танков, 300 очков. Мечтать не вредно, называется. Еще один конкурс дорогущий. Мимо, он еще и промазал. Сволочуга. Так, и проблема с фланга. Туда не подойти, там стоит AMX, и чем-то вычистить его тоже очень тяжело. Тематично. Хантер вышел, и это на самом деле проблема. То же самое, что было в прошлое с Бисмарком. Чувакам достанется больше денег. Они могут гораздо эффективнее давить. У нас здесь уже ни черта не осталось. 72-ка не чинится. Да. И они ливнули. Самый момент, когда уже победа вот-вот. Да, тяжко, тяжко прям. Ничего не смог сделать со старта. Сразу же налетел орда вертолетов. Разгрузили фланг. Но эта вся масса прилетела к нам. А мотоколонна, она уничтожается в нулину вертовысадкой. Еще нужна одна игра. К Редеру не пойду. Кровавые горы были. Кровавые горы были. Пока нету игр. Опять нет места для красных. За красных. А тут можно было бы на апокалипсисе отыграть сюда.
Во, год раить. А, понял, 21,6. Не пойдем мы никуда траить. Он Бисмарк создал. Сюда. Проблема та же самая. Механизация вот эту всю херню контрит в сухую. И шансов выиграть, ну, крайне мало. Если биться в лоб. Не посмотрел на союзника. Но союзник меня и не беспокоит. В данном конкретном случае. Поехали. Опять мне нужен колесный блядский птур. Я сюда на вертолете не успеваю. Меня кроталь сбивает в нулину. Спасает только то, что там... Два голландгерманца, оба медленные, но там будут дроны. Я опять не могу поставить птур, потому что птур на говёном транспорте, на неподходящем для него. Снова нету антирадарника. Придется лить огонь в этом случае. Так, по танкам. Десятка. Пойдет. Можно, кстати, и убрать этот фоб. Да, чел вообще не пытается даже прикрывать Григорий. А это плохо. С учетом моей деки. Ладно, разберемся. Нужна провокация. То, что енот в свое время называл провокацией. Нужно сделать что-то такое, чтобы противник не мог стрелять. По стандарту такие вещи делаются самолетом за 130, бомбардировщиком Су-24М, что ли. Накрываешь, все встанет, а тем временем расстреливаешь. Здесь такого нету. В качестве провокации буду пытаться использовать напалм. Хотя бы понизить точность ПВО. Хотя бы. На больше я уже не надеюсь.
Только время выиграл, не более. Хуйня еще не откинулась. Откинулась. Подконтролил территорию чуть-чуть. Не уверен, что это что-то даст. С учетом потерь вертолетов. Но... Чем богаты, тем и рады. Сразу же откидались бомбы. Даже дробить не стал чел. Похоже, Бисмарк будет здесь лезть. И стопать-то мне его тут нечем. И все опять уперлось союзника. Как быстро он сообразит, что надо воевать идти. Пошел врыв. И это всего лишь навсего резервисты. Чем я могу их поконтрить? Афганка, вот это мне здесь не пригодится, на ту сторону никто не поехал, это тоже сюда. И 90-е. Мне это просто не поконтрить вообще никак. Там даже прострелит 80-ка. Ничего не сделать. Коплю ДПС. Буду бомбить. Первой же возможности. Пока только коплю уроний. Издеваешься? Он еще не отбрасывается. Мне именно огонь нужен здесь. Да, чел еще не вдупляет, что происходит, его до сих пор нет на направлении. А сейчас меня выбьют. Легчайше. А, 80-ка померла. Плохо. Мне конкретно нужна помощь. Три модерны стоят, дрочат. Проходит спектр. Нашел слабое место. Их уже двое здесь, чуваков. И, ну, это ГГ. Все.
Восьмидесятки не поиспользовать, их поконтрят два первые. БВшки тоже нельзя использовать, не хватает денег, все уходит в пехоту. В 90-е беттера. Провокации не зашли, ни одна. Ну и все. Это ГГ. Такая моторизация не работает на карте, где нет 10-километрового фронта. Жаль. Жаль. Так, с этой декой разобрались. Теперь следующая дека. Следующая дека от Владислава. Уже пошли ранкидные деки. Синий механ до 85 года. Ближняя дистанция, пересеченная местность. На открытую нельзя выходить никогда, ни в поля, в города вбиваться тоже нежелательно. Сессию. Опять этот дебил. Так, еще раз. Дека у нас синий механ. Мне нужны синие теперь. Тот же чувак, который модернами простоял всю битву на одном месте. Понятно. На Кровавых горах с механом делать нечего. И вообще нужны карты по типу ранкидных. Так, 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 так. Ад на клочке. Ад на клочке. Можно вроде ад на клочке. Что можно в предыдущей деке поменять? Что можно поменять? Раз, два, три. Это никак не лезет. Дальше. ПТР-70, чтобы поддерживать себя ДПСом за божеские деньги. Какой-то эффективности. Потом. Конкурс. На колесах. Он очень важен. ВПХ. Обязательно ВПХ. Безумно не хватает именно нуровозного, турового вертолета. Дальше. Это убрать. Это убрать. Это все мусор. Сразу же Тэшка. Сразу же антирадар. Ну тут, понятное дело, с танками. Так вот. Дальнобойка. У БВХи нету ПТУРа. БВХа бьет на дистанцию 2275. А дека рассчитана на борьбу на дальних дистанциях. Либо Т-72Б, либо Т-80А. Чтобы был ПТУР. Ну и спам. Это понятное дело нахер, на помойку. Вместо нее ВП выступает, К-52. Так, и спам, спам, спам. Тут еще два фоба было. Я не заметил. Два фоба было. Две мсты. Как-то так, либо на БМП-1. Лучше вот так. Тогда это будет маломальски работать. Разные части деки начнут между собой синергировать. Давай, Бисмарк, спасибо за игру, иди отдыхай. Панчбол тоже подойдет. Панчбол, Дарина Плудзинь. Вот эта карта, ад на клочке земли. Лобби багнула. Карты, подходящие для деки.
пора искать новое лобби. Чуваки обычно не соображают, что его не видно. Можно сидеть до второго пришествия. Смотрим. Брокенера Ротродеров нет. Бой в грязи я не потяну. Опять бой в грязи. Вот, появилась. Наконец-то. Шоссе в Сеул можно поиграть. Только одна карта пока. Когда механ будешь брать, датско-германский, можешь моего взять. Да, я деку одну пропустил. Спасибо, Бисмарк, что подсказал. Я пропустил одну деку. КНДР. В любом случае, в таком случае... В любом случае... Соображу. Заканчиваем с декой Владислава, потом вернусь к Мифинсту, чтобы маленького разнобой пускать. Разные деки. Вот. Поехали на Бориску. Поехали на Бориску. Тут я и повоевать смогу, маломальски. И что-нибудь прикольного сделать. Команде на флангах. Так. Главное. Потом разъехаться. Боевой пехоты как таковой нету. Использую лифгарденов. Дальше лифгарденов прикроют абрамсы. 1-2. ПВО брать я не буду для себя. Возьму для команды. Она поедет куда-то на центр. Теперь. 1-2-3. Все надо увидеть, все надо зареконить. Деф буду выставлять прямо сразу же, со старта. Не так, а дешевый. Здесь один по ЗРК. ПВО все-таки придется взять. Гепард. Ага, не хватает денег. Хорошо, 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 хорошо. Меняю ТЭФ, потом выставлю. Попытаюсь ПВО закинуть наверх Фокстрота. Если будет такая возможность. Ну и будем смотреть по ситуации. Куда мне прийти, на Гольф или на Фокстрот, или на Чарли. Право мой. Я его даже вернуть смогу, если противник придет атаковать.
Ну а дальше надо понять, что будет происходить. Что будут делать синие, а красные? Мардер. Мардер, это сюда. И пошли ставить противоблётку. Лучшая противоблётка — это облёт. Так лучше всего видать. Хорошо, сразу спектр отхватывает два птура на почти все хп. И теперь на миду спокойненько. Другое дело, что наш товарищ не взял танки сам. И это косяк. А я хочу убедиться, что тут никого нету. Еще один букан. ПВО лучше вниз. Следующий залп сюда пойдет. Вот так. Как же больно мимам. Так, что еще можно придумать? Там фоб вижу. Фобы артить не хочу, фобы артить не люблю. Вишку. Снабжение. Не хватает здесь ДПСа. Армию покупать надо, а не маркеры выставлять. У тебя ж тут нету ничего, что могло бы пробивать оппонента.
Так, теперь так. Да, конечно. Один Брэдлик с говной пехотой против двух панцирей Кореи. Вот, теперь приехал, теперь можно будет о чем-то говорить. Кэшемку сейчас поставим там, кэшемку поставим здесь. Раз. Отставить, раз. А вот этот клочок вышибать. Поехали мимы. Бомбы, Курнас. Да, Спектр вообще не дробя. Врывается тупо двумя мимами. И здесь нечем это останавливать. Чел не купил армии. А, да, можно бомбить. Артить, то есть. Ну что, с фланга обходить? Где у тебя здесь фланга, танчик? Нету? Нихуя нету. Набрал рифлов и стингеров. Молодец. Опять он стащит сюда одного чувака. Ой, господи. Какой кринж. Ну, поедут сюда тогда. Это надо выбивать по-любому. Пока они не встали там на позицию. Вылетать курнасом на 4 чариотира. Как же я низко пал. Так, надо? Нет, не надо. Сюда отправляю дальше. Да, все равно облетели. Дефай не дефай, а от облетов очень тяжело прикрыться на карте. К сожалению, чел на миду вообще дырка. Жаль, а тут давят жесткие челы. Где мой Абрамс? Вот мой Абрамс. Его не потерять, он мне еще пригодится. И мне нужны танки. Хотя бы два М1 Абрамсы. Без них ничего не получится. А чтобы покупать Абрамсы, мне надо не покупать мясо. Ну
такое. И Тошка сбила меня. С одного попадания. Ну и как я здесь буду защищаться-то? Здесь и Спектр прет, и Саброуз. Пацана нету на позиции. Роланду уже в свете. Он даже не покупает ничего. Ой, блядь. Опять понаберут по объявлению. Могла бы такая катка классная получиться. У нас на меду дырка. Слева парень работает, атакует, давит. Справа тупо никого нету. Я не выставил заранее. Я не выставил заранее хуйню. Теперь из-за этого проблемы. Блять. Один откинул. Роет. Разведоса не хватает на этом фланге, оказывается. Хорошо, Саброуз не может перейти. А может здесь помочь? А поехали. Я возьму на 100 поинтов буквально 4 юнита. И помогну. Подмогну. Еще 4 куска говна. Может их линцам поконтрить. Нет, отставить. Разведка. Но они тут не должны спуститься. Тут рифлай, и Брэдлики стоят, и все на свете. Так, здесь пацаны едут. Сбили. И я бы еще вот сюда вытащил пацанов, чтобы почистить фланг. Да, именно за этим фланг и надо почистить. Так. Опа.
Эти поинтеры вперед. Дальше заготавливаю пару абрамсов. Сбил, причем довольно легко. Есть мимот. Есть хорнет. Отлично. Я провтыкал этот момент. Две брахи заказаны. Дополнительно докупить еще АМХов и атаковать атаку. Есть еще тандыр. Дальше я совсем забыл про отряд, отправленный сюда. Еще один вытаскиваю. Там, благо, 100 поинтов всего погибло. На Фокстрот бы подняться каким-то макаром. Не успел заметить, откуда ракета вылетела. Все, наконец-то пошла атака. Чел решил начать войну. Контратака пошла, еще отряд пацанов на гольф.
Брашку убрал. Нужна еще одна брашка, походу. Еще одна брашка. И конистая пускай стоит. Сюда прикрытие. Хорошо, минус авиа. На то направление еще пара абрамсов бы хотелось бы, но нужен ремонт. Два первые починить хочу. Не хватает мультитаска, не хватает микроконтроля, чтобы с ними разобраться. Снабжение кончилось. Снабжение от ФОБа. Это чем поконтрить? Не знаю. Гепард вытащить. Там есть ПЗРКшник. Еще ПЗРКшника можно посадить. Так. Наконец-то руки дошли починить два первые, я смогу их перекидывать уже на мид, а не на гольф. На гольфе вот так чисто прикрыться. Там пускай быканы делают работу. А вот тут можно пройти на фланкирующую позицию. Сука. За рукожоп, блять. Нет, убил, молодец. Молодец. Немного хуйней страдает Саброус на этой зоне. Ну ничего страшного, пускай страдает. Я еще накоплю немножко поинтов, возьму третий танк. Три танка, в смысле. Еврейских. Тут станет вообще невыносимо. Для него против механа катать. Плюс один есть стабильная. Раз по городу, два по городу. Ранники это хорошо. Я их принимаю на дистанции, у меня преимущество.
На тот направлении уже нет смысла вытаскивать танки. А сюда можно. А сюда почему нет? Блин. Жавелином отделаюсь. Серия. Серия контрить не буду. Я уж не успею убрать. Или успею? Тут есть версия, что там нету ПВО. Очень активные бои. Очень часто меняется, смещается линия фронта взад-назад. Погибают юниты. Возможно, тут нет ПВОшек. Гепард говна. Погепаржено. Перестал чел постоянно упарываться в зону, подкопиться решил. Может, это верное решение, может, нет, не знаю. Но как-то поддержать его было бы можно, если бы не фланг. Вообще, у меня здесь везде деф. Нечем поконтрить тварди, но у нас расчет не на эту зону, а на гольф. Я туда еще вытащу спама. Вот это туда, еще туда поедет один отряд, такой же. Ты высадишься или нет? Третий раз уже нажимаю. Заберем дома. Да, кстати говоря, быканы на постоянку. Увидел КШМ, ну хрен с ним. Или нет, не хрен. Нет, не хрен с ним, работаем именно сюда. Тут дошли уже СБС, и не стоит здесь трачить по своим. И опять опасность, что и поставят КШМ-ку мне тут. Вперед. Чистить.
А тут, сори, типа, сам вынудил двигаться вниз своей артой. Как бы да. Забрать дома. Продолжаем быканить кварталы. Хорошо САС работает в 84-ке. Есть еще возможность купить три танка, я это сделаю. У меня уже начинают скопиться поинты, мне негде особо наступать. Нет таких позиций, где я мог бы давить сам. Но денег много. Все, поехали. Вырываемся на открытый простор, убиваем все, что можно убить. Рубаем невы, питохи, кротали, все на свете. Отлично. Жесткая потная катка, очень долгая. И мы все-таки устояли. На мид чел приехал без тяжелых танков. И, как следствие, мимоды катались зад-назад, как хотели. Спасало только приезд моих. Привет, Владислав. Да, добрался до твоих колод. Привет, отшельник. Сколько стрим еще будет? Я уже заканчиваю. Там на миду стоять-то негде. Открытой поляне подефаешься особо. Там тебе надо иметь две машины тяжелые, чтобы контрить вражеские две тяжелые машины. И мид там чудовищно мощный. У тебя с любой стороны есть прострел в тыл, во фланг. Да, я пропустил две деки Мифинста. Вернее, одну деку Мифинста. Я к ней вернусь. Ну а следующий стрим будет полностью Владиславу посвящен. Тебе. КНДР была. По тарифу 50 арбасов катка, но не больше 3 игр одной декой. Так что еще осталось 2 игры отыграть. И к следующей можно переходить. Так, теперь с деками новых дек не было, можно не разбираться, а посмотреть репки. Там есть о чем поговорить. На потом оставлю. Как наиболее лучшую катку сегодняшнего вечера. В игре существует закономерность. Мотор побеждается вертовысадкой. Механ побеждает. Еще раз, сначала. Вертовысадка убивает моториста. Механ убивает моториста. И все убивают моториста. Вот. По идее, моторист должен контрить вертолетчика, но этого не происходит из-за того, что много нуров. Что пытаюсь сказать-то? Если я играю против механика на деке, где мотострелки ездят на БТР 90, мне не хватает ни мяса, ни урона. Мотострелок не наносит дамага. И вот у нас ситуация, когда вваливается куча АМХов, и куча пехотинцев. Я не могу это поконтрить. Я просто не могу это поконтрить вообще никак. С этой стороны чувак стоит, ему норм. А Спектр, союзник Бисмарка, перекидывается влево. Он уже увидел, что дырка пошла. Дырка есть.
Ну и АМХ и Периайки спокойно распинывают всю мою пехоту. Если я буду вытаскивать танки, мне не хватит юнитов, не хватит денег на пехоту. Если я буду вытаскивать пехоту, мне не хватит денег на танки. И замкнутый круг. Жара. Да, жаркая, как каточка была с Аброуса. Мне прям понравилось. Как мне кажется, зря ты атаковал Борис, но к этому мы чуть позже еще вернемся. Следующая катка. Много нуровозов, много блэкхавков. Мы вдвоем идем на Альфу, они вдвоем идут на Хотель Эхо. Но видят сразу же заезд и вертовысадка на себя, вернее под себя. Занимать свои собственные дома таким количеством рифлей — это бред, самоубийство. 50 поинтов блэкхавки стоит. Рифлмен стоит 10 поинтов. Бля. Два рифла, двадцатка. Хавка в два раза дороже, чем то, что она перевозит. Ад на клочке земли я специально подбирал под твою колоду 85 года. Она там прекрасная. Это одна из лучших дек для механа 85 года. Карт. Так вот, 50 плюс 70, 70, 70, 70 умножить на 6, считайте дальше сами. Теперь, когда все перекидываются на фланг, мою колонну уничтожают в ноль массой нуров, я ничем не могу ответить. Если бы я купил осы, они бы закончились раньше, чем верты. Если бы я не купил осы, ну, все было бы точно так же. Короче говоря, пацаны разыграли, пацаны поконтрили. Ну а теперь заходит второй человек на дедах, на стрелах. Где деды? Кончились деды. Вот он, дед едет. Вот они, деды. И выгоняет всех. В итоге 2 в 2 здесь, 1 в половину здесь, на эхо-хотеле. Троцкий против полуигрока играл. И играл, и полуигрока на эхо встали навсегда. Ну и все. А теперь у них два моториста и еще кто-то. А двумя мотористами в поле ты не выгонишь даже 72-ки. Только через воздух, а воздух конечен. Смотрим, наслаждаемся, улыбаемся, машем. На эхо Троцкий мог взять раз пламен, два пламен, раз залить, два залить, привести мигарь на палмовый залить и забрать через автопушки Игмана. Компаунд, а потом переправляться. Он предпочел догнать через КШМ-ку. Это не то чтобы ошибка. Это вообще не ошибка. Но есть и другие опции отыгрыша. Тараснайсы недооценены. Это который на легкой пехоте? Тарасцин — знакомая штука, но я не помню, где он находится. Чумат не пускает дальше 72-эски. 72-эски мансует в дымом. После дыма взад-назад. И чуматы уходят в никуда. Мат разрядился, можно ехать дальше. Та же самая с хадом. Заряд уходит в никуда. И мы убили птуровую мету. Но я знаю, что пушка, на ком она стоит-то, Саброс. Без откатка, за 10 поинтов. АТ-64Б или как там он? Она дорогая. Пошла контратака, уже мы закончились. Погибли все танки, но поздно. Так. Вот он, Тарасцин, Тараснис, Тараснайс. Я бы не сказал, что она недооценена.
10 поинтов за безоткатку в том, что у тебя есть альтернатива. Сейчас найду. Вот такая вот. В два раза больше скорострельность, и самое-то главное. Больше урона с пулеметов. 7,92 калибр. За те же деньги югославская БМПХ делает больше. Я пытался в свое время играть этими тарасцинами, таразнайсами. Мне не понравилось. Не хватает дальности, буквально там метров 400, чтобы быть эффективными. Не хватает вспомогательного урона. Вот и, короче, плохо справляются. Тут чистое сопротивление механ на мотор, и механ сильнее. Лучше БМП один взять за 15, чем старосын за 10. Вот я тоже согласен. Ты БМП берешь, у тебя там куча профита. Ты бэхи, чем таранище. Все. Неплохо я здесь отстрелялся и нурами, и птурами по бисмарку. И мне еще модерна помогала. Но все это бесполезно, потому что после падения вертолетов и окончания батареев 90-х у меня не остается армии. Тем временем у синих на мид никто не приехал. А, нет, вру. Вру, две абрахи. О. И пуш-механика на Чарли. На Чарли два отряда элиты. Опа, пережил бомбовый удар, ну и теперь уже может заходить. Здесь я уже тяну время фактически. Хочется привести что-то эффективное. Эффективного ничего нету. Мотострелки не справляются с натрисами так быстро, чтобы они не накапливались. На миду погибает Абрамс. Еще Абрамс погибает. Я Птур подстебнул. И все. Фокстрот провален. Чувак. Опа, опа, опа. Еще минус танк. Хорошо, молодец на миду. Не Мозни играл какой-то. Блять, зовутся. Понял. Что у него преимущество, и что это преимущество надо реализовывать. И пошел вперед. Здесь тоже хорошо. Проход. Только мой фланг проваливается. Я не могу ничего сделать с механиком. Но мой фланг менее всего важен. Да, БМП-1 лучше, это чисто польская была. А, ясенько. Нет, в чистом поляке можно тарасная исправить, реально. Еще минус танк. Молодец. Прошел, окружил. Зашел в город на опережение, отличный мид, охуительный парень на миду катает. Специально притащил колесных пацанов, чтобы они пробежали вперед, проехали, выбили там все. Бисмарк там бустарда все побеждает, пока у него катка горит. Но это нормально. Не каждый день такое получается. Все, здесь победа. Два чувака слились в ноль. И дальше мы тупо сидим, ждем время. Ждем же, да? Опа. 72К стоит на жопе ровно, никуда не едет. Вот она, 72К, не встает на зону. Дальше. Продвижение. Что тут есть? Натрис, Light Rifleman, больше нифига нет. А вот это все мясо стоит в городе на Дмитрии. Дальше не двигается.
Там два человека вышли. Опа, минус CV-шка. Я опять не увидел, кто это был. Это было похоже мста. Мста выбила мне КШМ союзная. С противники не видели, сюда они не могли никак зарандомить. Вообще никак. А попадание как от стволки. Есть стволка? Нет стволки. Вот и все, вот этот... Нет, подожди, мста моя. Та тоже не могла. Лох. Короче, я не увидел, здесь кто-то был. Значит, бомбардировщик, а не стволка. 72К1 проезжает дальше. А Бисмарк не покупает армию. Бисмарк покупает эскорты. Я молодец, что не зареконил эту зону. То прям я собой горжусь. Так и должно быть. И полетел. И полетел, полетел, полетел. Тут чуваки стоят, тупят. Кишемка на гольфе. Опа, вот он, новый торжества. Пэм, минус сивишка. Чел наказывает себя, чел наказывает меня, чел наказывает парня с мида. Чела всегда надо кикать, аманку. Вспоминаем. Минус скилла, минус хотель, минус фокстрот. Здесь 72К ублюдок слил. И остается только один УАЗ. Бам! Даже не увидел, кто его убил. Отлично. Бисмарк красавчик. Аманку. Запоминайте, всегда его выкидывайте нахер из лобби. Это мудак ебаный. Он слил нам катку. Нет, это мы точно слушать не будем. Сейчас я с музыкой разберусь, парни, по-быстрому. И пойдем дальше гонять. Рисовые поля большие. Второй акт Бисмарка был. Наверное. Наверное. Спектр берет сразу же кучу вертов, они сбивают Т-104Г, сбивают вертовысадку и окупают себя вчистую. Но вот беда. Спектр потерял 360 поинтов и приезжает опять против механика полноценного. Я думаю, не надо объяснять, кто здесь победит уже сейчас. У Бисмарка там 700 очков, здесь 300 очков армии. Кто же победит? Камброна приехал на зону, ему помогли, ему сбили вертолеты все. И теперь с него... Теперь расчет на него. Он теперь должен помогать союзникам в ответ. Он как-то пока не спешит. Здесь пока все нормально. Куймару я отбросил. Не занят участок. И Бисмарк просачивается. Все абсолютно верно делает, как по методичке. Теперь Камброна спускается вниз, работает по Бисмарку, но не хватает. Не стал он добивать городскую пехоту эту сраную. Зачем? Чего свое бы не сливал. И в тылы Мардер доходит до таров. Тары вынуждены бежать от Мардера. БУха в открытой позиции. И все. С дымом я накосячил, я не задымился. И заливка. Значит, должна... Они еще... Да, она должна была еще с Мардером подраться. А там как раз прилетел воздух. И воздух тоже прилетел с меда. Спектр не справился. Спектр потерял кучу поинтов. И теперь Бисмарк может себе позволить летать направо или налево. Куда угодно. Минус 2 тара. Я уже не могу себя защищать от воздуха. А писраины спокойно летают.
Как хотят. Вот и все. Дальше можно смотреть молча. Дальше не будет ничего интересного. Кроме того, что я сливаю опять танки. Вот и все. Минус отель, минус Лима. Бисмарк прошел, забрал, победил. Молодец. Неужели Бисмарк учится играть? Боюсь уже сглазить. Сглазить. Тут расчет на вертолеты, массовое верторазвертывание. Карта буквально по две опции заточена. Либо ты все вкладываешь в вертолет и уже берешь таким расчетом, чтобы уничтожить колонну со старта, либо выставляешь на минималку. Тут три сокола. Три же. Да, три сокола, одна КТ-ха. Как бы, да. А тут 4 дапа, я такой, бля, да ну нахуй. По контрина вчистую. Переработаем лангбоем, артой по возможности. И принимаем. Вертушки себя не сыграли, только слились, почем зря. И вот. Фланг не закрыт. А значит, мы камбэкнуть не сможем. До позиции пехота толком не доехала, ее не было изначально. Чел плавает. Его запалили, сейчас будут уничтожать. Там надо было бомбер купить и бросить бомбу. Все. Чувак увидел слабину, начал объезжать со всех сторон. Молодец, тоже без претензий. Видишь дырку, суй. А в комнате, карте тяжело играть, сука. Прям очень тяжело. По-моему, последняя катка. Да, здесь датский механ и в Чарли. Тут чуваки вытащили кучу варьеров, в город даже не попытались заехать. О, там сокол. Все, никуда не поедем, остаемся на месте. Два чувака стоит на месте, на жопе ровно сидит. На миду чел тоже... Сейчас посмотрим, чем все кончилось. И пошла атака отмены Чарли. Тут врага-то, блин, нету. Контроль. Снизу. Хорошо. Опа, прилетает в воздух. Так, тут у нас тоже косяк. Еще воздух. Пехоты не хватает мне. И начинает приезжать подкрепление. Заезжает мимот в тыл. Еще одна биска прилетела. Ну и отличная оборона. Что я могу сказать? Отличная. Мимот никак никем не обслуживается. Вот тут нет ни ПТУРа, ни разведки, ни танка. Челики на месте. Позиция не занята. Хотя есть чем занять. Два челика в бою. И все. Есть кратковременное преимущество за счет того, что убита КШМ на Чарли. Еще подъезжает подкрепление, еще подкрепление приезжает от второго чувака.
От третьего чувака подкрепление подъезжает. Они хорошо вызвались. Даже если бы я город занял, они меня там выперли. И нету контроля. Ни тут, ни тут. Тут можно выходить. Все три зоны проиграны. Чистую. Охереть, они притащили армию на Чарли. Зато пустой фокстрот. Там два мима катаются взад-назад. Против двух челленджеров это даже не противники. Наша Алина считает иначе. У нас до сих пор преимущество. Счет большего количества поинтов. За счет более серьезных топов. Но нету движения. Только они ставят свою кошемку, они выигрывают. Автоматически. Скорпион лайтанки, конечно, посмешище, но у них есть свое применение. ДПС дешевый, ПТКшный к тому же. Вычищать транспорт, вычищать разведку вполне допустимо. Хотя это и определенный символ говнодеки, говносоюзника. Тут я не доконтролил, леопарды, они слились. И синий тоже никуда не спешит. После того, как по трем направлениям ничего не получилось, ни справа, ни с центра, ни слева, можно было уже выходить. Все остальное это затягивание времени. Чтобы побеждать, надо наступать. Если ты не наступаешь, ты не побеждаешь. Закономерность простейшая. На что рассчитывали слева парни, я тоже не знаю. Они приехали, встали сразу же в лес. И типа и чё? Они думали, что враг тоже приедет гусенично, они приедут одновременно и будут воевать в городе по-честному. Или что? В общем, непонятно. Не знаю, как говна получилось. Так, теперь по поводу дек. Я пропустил деку вот эту. Завтра начнем с нее. И потом продолжим. Послезавтра. И потом продолжим играть деками Владислава ранкетными. Рофл в том, пишет Бисмарк, что на играх меня было больше, чем двух моих союзников вместе взятых. И механ, это нормально. А японец выкупал воздух вместо армии, да. Американец взял бездарно стил танки, да. Все верно. Ты прав. Так и было. Все, завтра стрима не будет, послезавтра следующая трансляция. На этом всем спасибо, все свободны, удачи.